Миллион алых тюльпанов. В Черновицкой области зацвела настоящая цветочная долина. Кто высадил эту огромную клумбу в голландском стиле всего в нескольких километрах от Черновцов, расскажут мои коллеги. Желтые, алые, пестрые, карликовые. Вот уже 13 лет подряд буковина становится настоящим раем для любителей цветов. Всего в 5 километрах от Черновцов, прямо возле дорожной трассы, цветет долина тюльпанов. Мы решили под конец навчального тижня приехать, помилуватися красою. А вам, дітки, подобається поле? Да. Хозяин цветочной красоты Александр Стратичук. В начале 2000-х он вместе с женой отправился на работу в Голландию и так увлекся заграничными клумбами, что решил частичку этого великолепия привезти домой. Начал высаживать тюльпаны. Сначала цветов было всего несколько рядов. В этом году я ровно высажено зацвевшего, ну, чуть больше, как 70 соток. Ну, и мы постарались, конечно, высадить все разом, которые цветут. Это мы высаживали в ночи. Здесь почти полсотни сортов и свыше миллиона бутонов. Чтобы вырастить такую красоту, понадобится не один месяц. Самые лучшие луковицы еще с осени сортируют и высаживают в подготовленную почву. Посмотреть на цветник съезжаются туристы со всей страны. Это уже как традиция. Тобто тут дуже-дуже гарно, є де походити, погуляти, пофотографуватись. І взагалі такого більше нема. Не знаю, в Чернівецькій області це лише тут. А в 50 километрах от Львова зацвели дикие тюльпаны на 5 гектарах. Это исчезающий вид занесен в Красную книгу. Научное название диких тюльпанов – рябчик-шахматы. Из-за специфической раскраски на цветах темные пурпурные пятна чередуются с белыми, внешне напоминая шахматную доску. Такие цветы уникальны. В домашних условиях они не приживаются. Для роста нужна специальная среда. Найбільш сприятливі умови – це вологі луки, вологі чагарники, волога місцевість. А тут есть заплава Днестра, как раз для него сприятливые умови. Местные жители называют эти тюльпаны черевичками и верят, того, кто увидит редкий белый, ждет удача. Альбинос, но они очень редко попадаются. С 10 может одна людина найти, ну и себе так рахує, что то нашла людина что-то такое надзвичайное, потому что при такой кількості таке найти то очень редко. Массово цветут шахматные тюльпаны с середины апреля, всего 2 недели. Галина Якушко, Ольга Поломарюк, Юрий Голубинко и Игорь Рико. Подробности телеканал Интер.